Не самая жесткая, конечно, но... Чем тебя убили? Подожди. Так, тут надо запомнить. Раз, а дальше я не помню. Нет! Ладно, бронзовый ключ тоже ничего. Че? Ой, бутылку выпил, она у меня трехзарядочная. Скажи пароль. Пароль. Ты три заряда выпил? Два. Как там фласк поживаешь? Все же я пи***. Я вас понял. То есть фласка не на F, но фласка на Space. Да, из... Ну да. Типа F фласка. Ну ты можешь поменять. Попал в тебя! Ё-моё! Но он закрыт. Рип. Не, ну может и небольшой, но факт в том, что её хрен так заметишь. Ну типа, надо прям смотреть, усматривать по стенам. Она, короче, ну квадратная. Серая. Вау, тут всё квадратное. Майнкрафт! Майнкрафт. Короче, тут есть такая стата, как уклонение, evasion. Она так работает. При входящем уроне у тебя есть шанс, если ты не уклонился как бы, ну, вручную, то твой персонаж может так моргнуть и типа и заигнорить весь дамаг. Сам не помню, как я нашел. Тут вот вроде нет. Еще при... Да, да. Видишь справа внизу там вот такой уголок, короче, да, вот вижу. Хана вообще. Хочешь еще раз, я тебе просто первый раз нажал на F, думаю. Надо нажать на F, стал, потом нажал на F. Я даже это мне интуитивно нашлось. Да, бывает такое. Ну я потому что я там пробегал, я прям всматривался и ничего не заметил. Ну там такой уголок чисто торчит, вообще хана. Обычно ее лучше видно, но это вообще редко, что так бывает. Прячься за моей спиной. Отбиваю стрелы. А, у них тут респаунер. Аккуратно, аккуратно, прям максимально. О, тут узенький проход, найс, найс. Подходите, ребят. У тебя включены звуки? Да, да. Слышишь, да? Динь-динь-динь. Это, короче, церковь. Вот здесь можно повесить на себя благословение. Благословение, да, на вампирку. Поиграем в Майнкрафт. Супер атмосферная игра, шейкер. Особенно, когда строишь огромную крепость. Будет как рейтрейсинг, да? Типа, но без рейтрейсинга. Что это за технология вообще? Ну, если там есть лучи, да, то, наверное, что-то со светом связано. Че, чайка, пойдем в PUBG играть? Че? Ой, бутылку выпил, она у меня трехзарядочная. Ты три заряда выпил? Два. Ну я не знаю, что за фигня. Я открыл порты, прокинул через свой роутер, все как надо, там виртуал сервер, ничего не работает. В локалке работает, а в интернете нет. Не знаю, можно провайдеру, конечно, позвонить, сказать: ребята, у меня Майнкрафт не работает. Вы что? Я помню, раз такой видос, как типа там один ребенок позвонил это. В компанию по строительству, там типа домов, и начал заказывать там дом в Майнкрафте на сервере, чтобы его строить. Мужик такой начал на него гнать.
кто сидел, который... Он охуел просто наглость этого пацана. Знаешь, матом орал там. Волосы. Понятно. Веселая штука, конечно. Писал 10 часов. Я перебил, какая. И мне сразу упал дроп с него. Бедолаги. И мне сразу упал с того дроп. С первого рана. Ну, найс, хорошо. С первого. Ну, ты столько страдал, что должно было по-любому. Мне именно упали, короче, рога. Единственное, что типа норм. Так, тут надо запомнить. Ой, надо запомнить последовательность. Сейчас, сейчас. Раз, а дальше я не помню. Нет! Ладно, бронзовый ключ тоже ничего. Все, я просто поединил, наконец. Не надо нажимать на пробел. Надо быть осторожным. Ты можешь перебиндить. На пробел 10, на F-ласку тоже ничего. Кости сыпятся. Короче, смотрел сегодня геймплей PvP Destiny 2. И там такая интересная ситуация. Я просто видел, чувак, знаешь, бегает такой с автоматом. Там типа от первого лица шутер, как Counter-Strike в PvP. Бегает с автоматом, фигачит, фигачит. А потом просто выхватывает экскалибур из варфрейма, и камера становится от третьего лица, и он начинает нарезать бананами с лошендышами, ну как Хару. Я вообще такой, чего? Чего? А они еще потом взрываются, короче, при попадании, ну, в землю. Я вообще офигел. Дочь, ты пила? Нет, мама, я топор. IQ анекдоты. Че ты говоришь? Скажи пароль. Пароль. Кайф. Чайка деренджер. Чайка деренджер. А, это. Еще покажу тебе челика. Такого прикольного. Денисин, это чувак с посохом. Из-за него в первой части прям играл. Ну, кайфовый тоже, здесь тоже ничего. Ничего так. Нормально, да, пойдет? Они вообще просто лицо отрывают эти метеориты там. Ну, тут понятно, что мобы первого уровня, но они, типа, вообще дамажат нормально. Заходишь за стенку, там просто миллион мобов за стеной, и ты такой... И все. Я так и понял, что ты так и делаешь. Единственное, что я понимаю в арбузах, это если я по арбузу постучал, и из него постучали в ответ, то это однозначно плохой арбуз. Ну да. Хорошо. Гомункул вылупился. Ой, мэм с гомункулом, помню. Меня щит мой спасает вообще. Что-то прокает прям по кулдауну, которого нет. Да. А там еще у этих челиков, которые кидают, ну, веревки, типа, в тебе связывающие, там фишка такая, если ты стоишь на месте и не попадаешь. Ну, типа. Да, да. Ооо, сейчас начнется чайка. Это хана. Не самая жесткая, конечно, но. Подожди. Чем тебя убили? Скелетон Warrior. Ну, этот же мых с иракезом. О, у меня хилка появилась. Но это все. Регенит 3 единицы хп. Плюс 2% от макс хп. Это на первом уровне. И еще накладывает щит, который с 25% шансом блочит 5 магического дамага. Тут еще вот иногда как дождь польет. И вообще кайф. Снежок тоже ничего. 200 гривен. У меня есть цель собрать 100 подписчиков сейчас на канале. Надеюсь, ты мне в этом поможешь. Лайк, подписка, колокольчик. Спасибо тебе.